Армянские оккупанты разрушили малые гидроэлектростанции в Кельбаджарском, Лачинском и других районах. В заявлении пресс-службы Азеренерджи отмечается, что малые гидроэлектростанции были демонтированы, а оборудование, находящееся в рабочем состоянии, вывезено, либо сожжено и взорвано. Станции находятся в непригодном состоянии, так как полностью разрушены. Со стороны Азеренерджи приняты практические шаги для достижения поставленных президентом Ильхамом Алиевым целей по превращению освобожденных земель в зону зеленой энергетики. Ремонтируется 8-мегаваттная малая гидроэлектростанция Гюлябирт в Лачине. Работа близится к завершению. Заменяется или ремонтируется поврежденное в ходе боев оборудование. Машинные залы, агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы. Параллельно восстанавливается пришедшая в непригодность после боевых действий труба, по которой вода из реки Хакери подается к гидроагрегатам. В результате работ проводится вахтовым методом в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию электростанцию «Гюлябирт». С этой целью были задействованы специальные бригады, подрядчики и специалисты.